В Самарской филармонии завершается симфонический сезон. Под его занавес публика сможет посетить концерт памяти Сергея Лемешева. Арии из репертуара знаменитого тенора исполнит лауреат международных конкурсов Сергей Романовский. А что самарцы смогут увидеть в афише следующего концертного года, выяснила Мария Дворянинова. Многообещающий тенор Сергей Романовский. Его карьера началась с успешного дебюта на сцене «Ла Скала». Сегодня в числе предстоящих ангажементов участие в разных проектах в Бостонской лирической опере, в рождественском концерте Анны Нетребко и в Большом зале Московской консерватории. В Самаре певец исполняет арии из репертуара Сергея Лемешева. Когда Романовскому было 16 лет, он заслушивался песнями знаменитого тенора. И именно Лемешев тогда буквально влюбил начинающего музыканта в профессию. У меня был старенький магнитофон, в котором не закрывалась кассета, нужно было придерживать. И я сидел и слушал кассету до дыр просто. Там не было самых лучших там, его арий, там, да, были там романсы, народные песни, ну, может быть, какие-то арии были. Ну, я сидел фанатично, прокручивал туда-сюда. Симфонический сезон в Самаре закрывается концертом к 110-летию со дня рождения Сергея Лемешева, любимого солиста Большого театра. Про него говорили: артист, озаряющий счастьем. Михаил Чербаков, готовясь к заключительному концерту, вспоминает, каким был уходящий сезон. Сезон был, как всегда, очень насыщенный. Вообще, последние годы оркестр работает очень много концертов, значительно больше. По крайней мере, на 30% концертов стало больше у нас, и они востребованы. В программе заключительного концерта арии, романсы и русские народные песни из репертуара Сергея Лемешева. Самарская филармония завершает сезон, но в новом публику ожидает много интересных событий. Осенью состоится крупный международный фестиваль «Дни высокой музыки» в Самаре. В нем примут участие известные музыканты Дмитрий Коган, Александр Гиндин, Игорь Будман и многие другие. Мария Дворянинова, Константин Тахтаров, «Вести», Самара.